I do. Опа, добро пожаловать в игровую комнату, и о, как поджаривает. Жарят прям не по-детски. 30 июня 2013 год, вайп, Китай. А, это ж Китай. А, это там, где они бомбанули эти ракетами по зданию. Пирс. Да, сэр? Что случилось с Адой Вонг? Вы вспомнили? Капитан? Да. Где она? Она глава Нео Амбреллы. Все эти террористы. Она в городе или нет? Я видел ее несколько раз с тех пор, как начались нападения. Да, она здесь. Я ее замочу. Скажу людям, что мы выступаем. Да, он вспомнил, и теперь его им движет месть. Есть, сэр. Так. Направляйтесь к цели здания, будь ты проклята, Вонг. Так, подождите. А как двигаться туда? Вниз? Блин. Как? А, во! Эти прицела вообще нет. Лол, прикольно. Вот это я понимаю, вообще не видно. Зато урон будет просто катастрофический. Воу! Это что за хрень? Невидимая хрень. Shit. Дерьмо. Вот именно. Это в прямом смысле дерьмо невидимое. Атака. Пирс, Марко, все за мной. Какой Марко? Я впервые слышу об этом. Так, вы слышите командира, бойцы, вперед. Вы слышите командира, вперед. Какой Марк? Наверное, Финн-заменитель. Тоже будет заминировать. Блин, ну прикольно. Теперь это... А, там, то есть прицел вообще исчезает на всех. Лол. Прикольно. Прикольно, прям, ну то есть прям в упор надо стрелять будет. Не, можно издалека, если патронов достаточно будет. Так, мы на детской площадке? Ну, почти. О, тут можно ж вроде этот, ачивку получить. Почти. Во. Хорош. Чё-то только он не рад был. Где радость? Алло, капком. О. Итак, мы здесь. Блин, полигонов мало. Китайцы сэкономили тут даже на стенде. Ну как можно? Пайсуан. Блин, вообще не прочитать. Так, походу мне сюда. Давай, Пирс, я один не смогу толкнуть эти ворота. А нет, сможет. Пирс чисто прикрывал его. Ну и чё ты в это в землю смотришь? Сейчас тварь его схватит. И чё? По зданию ползает эта тварь? Не видно. И чё? О! Нам сюда. А нет, тут в ленту не увидел. Там какой-то боец вперед побежал. Ты куда? Ладно, заходим дальше, но будьте внимательны. Это не я говорю. Патроны так и так будут давать. Просто теперь меньше патронов для автомата будут давать. Что меня удручает. Опять мне нужно Пирса ждать. Пирса Броснана. Все, сразу сдох. Конечно, блин, стрельба так себе. Но вообще не видно, куда стрелять. Надо этот на монитор точку. Точку тыкнуть, чтобы хотя бы примерно видеть, куда стреляю.
Тут в прямом смысле надо стрелять прям вот, вот на такой дистанции, как я вот сейчас стрелял. Даже еще ближе. Воу! А нельзя было прям на них успрыгнуть? А он на под конец мне еще прописал, типа обидел. Какая бичевая нынче это, как это партизаны бичевые. Удя, бабудя, всем лежать. Хорош. А, он мутирует? Стоять бояться, я сказал не мутировать. Так, что, не сдох? Все. Он еще жив. Просто прикидывается. Ах ты гнида. Что тут у нас? Лежать. Не мутировать. Ой. Они теперь дважды мутируют, да? Я запрещаю тебе мутировать. Да, я уже ученый. Обидчивый какой. Всем лежать. Работает Крис. Крис, я вам всем по хлебальнику надаю. Редфилд. Чё? А, ставка. А это я люблю. Опа. Чё там? Змея. Невидимая какашка. А, не эти. Они живы. Они были объявлены пропавшими без вести 6 месяцев назад в Эдонии. Чё это? Чё за? Воу. Босс, вертолёт! А, он, они их нападают. У них на хвосте не амбрелла. Капитан! Рассредоточиться, суки! Уничтожить этих поганых тварей! Рассредоточиться, сукины дети! Так, очень оружие, бла-бла-бла, что-то там. Надо защитить этих двоих. Я понял, а чем защитить? У меня РПГ нет. РПГ тут есть где-то? Ну вот, сука... Никакой мутации. Никакой, сука, мутации. Чё, get the chopper. Или чё там надо делать? А не, ему вообще вроде пофиг. Чё делать дальше? Куда дальше? А, можно и туда, и туда. Сейчас мы с, я с автомата его. С бедра. Не, сука. Капитан, это... О-о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 . Я не могу связаться с этими двумя по рации. Так, что там там про... Это... Бла-бла-бла. Надо защитить за... Да, что это такое, блин, Крис? Так, ты кто? Кузнечик, черт побери. А, нам сюда? Не, потом все туда. Надо по вертолету стрелять, не стрелять. Чё делать-то? Помогите Шерри, я понял. Воу! Подкралась крыса. Хорош, Пирс. Вот так их и всех там гнит. Я раньше никогда не видел таких мутантов. Осторожно, эти твари отлично что-то там бегают. Прикрываем их, положим всех этих Java. JavaScript. Воу-воу-воу, на тебе, воу! Я понял, тебе сзади нельзя подходить.
больно. Ментоловую таблетку. Эк. А, он еще жив. Куда, сука? Где там? Кто там? Вон туда вниз можно спуститься, мне кажется, вон там по лестнице. Тут просто защищайте. Еще несколько. Давай. Так, латай ты таблетку. Так, и чё, где кто? Мутирует, паскуда. Никаких мутаций на моей смене. Это последний? Отлично. Чё, вертушку теперь бьём? А не, он там, наверху. Я хоть попаду по нему раз. Сейчас я попаду. Хорош, попал. Ракетами не честно. А, они смогут убежать. Тогда нормально. Вертолет улетает. У него была только одна ракета. Это было слишком просто. Вперед, надо идти. Капитан, мы должны вывести этих двоих отсюда. Мы выдвигаемся. Вперед. Так, прямо вон в ту дверь. Да блин, Крис, ты какого хрена приклеиваешься не к тем дверям? Ну, точнее, нам сюда. Давай, Пирс, выламываем это говнище. Интересно, у них ноги как у кузнечиков. Мне все равно, кто они такие. Главное, чтобы они умирали, когда их убивают. Когда их убивают. Главное, умирали, когда их убивают. Мы их убиваем, они умирают. Вроде логично все. Когда мы их убиваем, они... Они убиваются. Они умираются. Так. О, явно будут еще замесы. Что-то там граната. Так, о, разбег. Вперед! У-ху! Вот это синхронность. Вот это я понимаю, мы синхронно прыгнули. Опять вертушка. О, базука, снайперка, что это? Гранатомет. И да, это по вертушке. Только без прицела. Лол. Chopper is back. Get to chopper. Штаб, прием, это Альфа. По нам опять работает вертушка. Все. Это используйте все вооружение, лишь бы замочить эту паскуду. Так куда я влетел? У меня без прицела, зато урон повышенный. Перекат, встать. Открыть, блин, перезарядка, никаких, открыть огонь. Блин, как же нет, косой. О, я попал, я попал! Хорош. От бедра прям на раз-два. Прям хорош, как не знаю кто. Ну, Крис. О, это же Крис. Ну, типа, привет, здрасте. Твои глаза, они такие же, как у... Как у не помню у кого. Капитан, их нельзя отпускать. Наша задача уничтожить БИО, но за ними охотится на Umbrella. Я сказал, наша задача уничтожить БИО, так что ОО полегче. Так, я следую за этими БИО, ада не уйдет безнаказанно. Капитан, пожалуйста, вы должны все обдумать. Никаких обдумать. Ментоловую таблетку и вперед. Наша задача био-воу-воу-воу-воу.
Уничтожить все биоулу. Так что, Пирс, засунь свое мнение себе. Ну ты знаешь, отряд Альфа-штабу, мы переследуем цель. Так, у нас боец тут чё? Вот дерьмо, какая мерзость, смерть, мерзкая смерть, капитан. Это этот Марк Миллер. Хорош. Так, чё-то есть. О, Маджонг. Чисто. Какой чисто, там явно у него этот Street Flash Royale. О, во. Со второго раза. В упор. Ну, почти в упор. Так, шо у него там? Так, Пирсу это отодвинься. Блин, ну на чё так оно, блин, мало полигонов они бахнули. Так, ну тут непонятно. У него вроде этот... как оно там называется? Блин. Сейчас, подождите, я сейчас вспомню как этого. Акаги ж смотрел. Акаги смотрел, значит вспомню. Якуман. Там как минимум Якуман был. Или Манган. Как минимум, я уверен. Может даже этот, как он там, блин, называется. Блин, сейчас вспомню. Как же там был? Атаман Хан. О, или Атамахан. Атаман Хан. Так, надо двородную сестру спросить. Она там ездит по этим турнирам по Маджонгу. Что это было? Это невидимая какашка. Это была цель наша. Дьявол, почему в этой твари не показывается? Почему эта тварь не показывается? No way, not now. А, на В типа двигай. Двигать. Шо? Какой not now? Вперед. Опа. Сейчас мы потеряем еще одного бойца, наверное. Это прям как хищник. Predator. Get to the chopper. Опа, боец такой. А? Да, блин, давайте отделись от бойцов и... Молодцом, молодцом. Да. Хорош. Ням-ням. Постойте, капитан. Да-да-да, прямо аж чуть не пересрал. Шерт, что ж за чисто самоубийство? О чем вы думаете? Это мои люди. Не будешь мне подчиняться, я найду тех, кто будет. Послушали бы вы сам себя? Ты чё, пацан? Оборзел, а? Встать, встрой, солдат. Вы слышали приказ? Вперед! Как мы будем сражаться с этим ублюдком, если даже не видим его? Заткнуться и шевелить ногами! Будем драться, потому что я так сказал. И будем убивать, потому что я приказ отдал. Вперед, я застрял. Я застрял, подождите, а куда-то двигаться? Сюда, что ли? Сюда? Ну, наверное. Сюда вот. Да нет, я просто вернулся обратно. Чтоб тебя я заплутал в двух... в двух комнатах. В двух коридорах. Сюда. Так, под... Тут тупик. Что не так тут, блин? Чё, реально надо... Это сюда, видать, надо. Не, подождите. Тут что есть? Не, видать, в этот... вот сюда надо было. Где оно там? Вот сюда вот. Вниз. Блин, ты заплутал просто. Там просто две двери так близко были, что промахнуться можно. Сюда вот, в эту дверь. Ты, какой же пипец. Так, ну крысы, да. Чё автомат взял? Пистолет, я сказал взять. Обосрались. Чёрт, здесь его нет.
И мы уже поняли, только что сказали чисто. Ты шо, глухой? Чёрт, Райт! Сука, на! Блин, боец, ты как там? Живой? Откуда в порядке я? Всего лишь пополам схавали. Опа. Я его нашел, он движется вниз. Повторяю, вниз. Тебе не уйти, ты сукина тварь. Ну, по крайней мере, сказал боец. А я просто буду преследовать. Чуть, сука, блин, чуть на голову не упал. Это дерьмо на нашем пути, помоги мне. И прям змеенно. О, удобно. Так это все это под напряжением должно быть. Предейтор в действии. Минус два или даже три бойца. Я один. Положите обстановку. Пирс говорит на связи, на третьем этаже. Капитан, я не могу найти Джеффа. Он пропал. Успокойся, Марко. Где ты? На втором этаже. Черт. Кажется, здесь эта тварь. Цель на втором этаже. Все туда. Быстро, быстро. Так, автомат. А, у меня места нет. Вообще, да? А, не, подождите, вот так. И можно с флешку взять, чисто для проформы. Так, я не понял, где я? Черт. Рейд. Рейд Shadow Legend. Отличная вставка для рекламы. Это вообще было бы идеально. Но у меня нету такого... Как оно, заказа. Капитан, я слышу Джеффа. Он кричит, я иду, брат. Только подержись. Да никуда не иди, Марко, не двигайся с места. Стой, слышишь, это приказ. Воу-воу-воу. Пирс, ты меня, блин, напугал. Зараза. Ты проверил тут все чисто? В туалете, везде проверил. Пирс. Так точно, сэр, я проверил везде, даже, блин, в этом, в пакетике, точнее, даже в мусорном ящике. Он тут мешает, ну нам сюда, значит, где она, вот. Давай, Пирс, быстрее, а то Марко сожрут с Джеффом. Он внутри. Походу, ему пипец. Ага, значит, мы будем здесь биться, походу. Что это? Мы найдем этот кусок дерьма и прикончим его быстро и надежно. Как это быстро и надежно? Так, нам вниз, походу на то. Чё там? Джефф, ты как? Джефф, сука, Джефф! Бедняга. Да нет, он, наверное, был нормально, это... Нормальная у него зарплата была. Вперед. Ой, так. Походу сейчас тварь тут битва с этой тварью будет. Ничего, от бедра я сейчас ее развалю. Где ты, сукин сын, покажись. Нет, там вроде просто был. Где ты, сукин сын? Как там мне в упор не видеть? Она же не прям как это. А? Что это за дерьмо? Наверху! О, блин! Нет! Да, говорите, что не видите. Вот это хлебальник. Наконец-то ты показал свою мерзкую морду, тварь. Жестко. Где он? Вон там, прямо вон там. Ушел? В туннель ушел. Убери свой хлебальник.
Блин, ну это было близко. Чё, как тут у вас, ребята? Воу. Ясно, нам туда. Давай, ползём. Воу. Схомячил, паскуда. Да-да, Крис, соберись. Я сейчас справлюсь. Давай. Ушла тварь. Точнее, уползла. Все, свалила тварь. А Пирс тупо стоит, смотрит такой, а что? Да, она здесь. За ней, вперед. Она где-то здесь, мы точно закончим. Ты куда? Ты куда, какашка невидимая позла? За ним. Отыщите белые. Би-оу-оу-оу. Так, там что-то лежит. Что там? А, патроны? Так, нам наверх, да? Вперед, вперед, вперед. Можно с разбегу заваливаться, давай. А, черт, надо двоих. Хорош. Воу-воу-воу-воу! Мы сразу в дерьмо упали. Так, уничтожьте. Дверь открыта. Что делать? Воу. Воу. Похоже, у него шкура стала прочнее. Наше оружие больше не действует. Значит, надо найти что-то, что подействует. Электричество. Да чтоб тебя! Пошла ты, тварь! Да чтоб тебя, ублюдочный тварь! Вижу, вижу лестницу! Да блин! Кабахать этот! О, да нет! Ага. К этой штуке нужно подать энергию, Марко. Черт, Марко вырубился. Это плохо. Хорош! Сейчас, сейчас, подожди ты там. Да? Да нет, вроде. Рано. Оу, а ты тварь. А Пирс, уйди оттуда. Ах ты паскудская тварь. Хитрожопый ублюдок. Чё там я могу? Капитан, do it now! Ну так дует, давай.
Captain, do it now! Надеюсь, я там нанесло хоть какой-то урон, а? Captain, do it now! Хорош! Прям в момент атаки. Все, она сдохла. Походу, да, походу на то. Ха! Получилось! Мы поджарили тут твари! Но Марко сейчас сдохнет. Найдите Адвонг. Марко, ты как, в порядке? Марко! Так, подождите, подождите. Так, я не понял, а где... Где причитающийся опыт, алло? Да что у вас? Походу не будет никакого причитающегося опыта. Вот, кстати, оружие можно пере... Там какие-то еще вон снаряды есть, но я не знаю, можно ли их перезаряжать. Надо его споймать, что ли? И сейчас ему в спину выстрелят. Нет? А если вот так вот бахнуть? Отлично. Так, а чё дальше-то? Воу-в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 оу. Сюда, что ли? С ним да, но не с Адой. Я не успокоюсь, пока не сверну ей шею. Понял. Он-то понял. И чё? А ничего. Сейчас в окно выглянул и сдох. Это безумие, здесь небезопасно. Надо отступать. Капитан! Вы ищете меня, мальчики? Добро пожаловать в Китай. А, да! Марко! Погоди, у нас не осталось выбора, нужно прикончить его. Он сделал бы то же самое для нас. Поздно. Он теперь мутирует. А он тут какой-то это... Блин, без прицела тяжеловато. Сейчас сожручишь! Ага, опыт, типа. Все. Да, все. О, патрончики, взрывчаточка. И ножик. Или что это такое? Ключ? А, просто этот... Марко, это все, что от тебя осталось, сука, блин. Мало, мало осталось от тебя. Только один C4. Блин, Марко... Черт. Мало от тебя осталось. Идите Аду. Такой, Марко, как ты мог? Так, понятно. Надо бахнуть. Ага, последняя C4 только прям. Это за тебя, Марко. Что бы эта дверь выкусила? А, там ящик еще один был. Чтоб тебе. Ух, как бомбит. Крис, надо успокоиться. После того, что она сделала... Сколько их наших бойцов было из-за этой суки погибло? Капитан, я на вашей стороне, но поверьте, месть делу не поможет. Если бы мы не стели, Короче, если месть ослепила бы нас, все бы сдохли. Заткнись, салага. Вы вообще еще помните о задании?
Заткнись! Мне жаль людей, которые погибли, поверив в вас. Что случилось с легендарным Крисом Редфилдом, а? Что с вами случилось? Хорошо хоть, что Финн не увидел вас таким. Финн! Нет! Хороший взрывчаточный боец. Я найду Аду. Штаб, это командир Альфа. Мне нужна информация о местонахождении Ады Вонг. Я пойду с тобой. Кто-то должен с вами за вами присматривать, нравится вам это или нет. Ладно, как хочешь, боец. Так. Окей, вперед. Это штаб. У нас есть два для вас координаты. Ада Вонг покинула город и направляется на юг к порту. Штаб вас отрядом. Обнаружена цель Ада Вонг. Она направляется на юг к порту. Брать только живой. Брать только живчиком. Так, сразу на порт. Хочешь за мной ходить? Пожалуйста, главное не мешайся. Если вы не перейдете черт, побери, перейдете черту. Надо просто играть с вами, как вы этого не сами не поймете. Я не такой идиот, чтобы купиться на ее дерьмовые уловки. Тебе бы следовало больше доверять капитану. Вперед. Рыж. Че, куда дальше? Опа, нам уже шмаляют. Ау-а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 у. Видал? Не, блин. Так, кто ты там? А, вон он. На правое плечо, черт, неудобно. Так, куда дальше-то? Тут тупик. А, сюда, наверное. Да не, блин, ну Крис, что не так? Да блин, как мне это надолбало. Хочу разбежаться, оно, блин, сразу действует. Хова! Во-во-во-во-во, мистер Кузнечик. Ага, не попал, Мазила. Куда дальше-то? Так, я не понял. Ты умер или мутируешь? Если мутируешь, то это нечестно. Где кто мутирует? Откуда вам? Не мутирует, паскуда. Бегит, бегит. Ага. Сдох сразу. Как тебе, а? Стрельба из бедра, пацанчик. А, он все. Воу, сколько прицелов. Так, дальше нам сюда, походу, да? А, нет, не сюда. Сюда. Опа! Так, я вроде правильно иду, да? Да, правильно. Давай, Пирс, быстрее. Пока мест нам не прописали в затылок. Опа, а, да! Капитан, возьмите на себя в руки. Этот вертолет идет прямо на нас. Мы здесь как на ладони, надо найти укрытие. Куда дальше-то? Я вижу.
Это просто какой-то говнище, а не уровень. Вот честное слово. Должен быть экшен драйвово, блин, и да, и шанс упасть, окей, но, блин, вот такой бред. Третий, четвертый, пятый, блин, попытка. Он там, походу, взрывает все подряд, и я слишком долго. И эти камеры, облеты, камеры просто шикарны. Я не могу налево посмотреть, а должен смотреть на вертолет. А вот что? Я проскочил. Смогу ли я точно проскочить? Alpha HQ. We got a visual on 801. Да что, я проскочил. Охренеть мне. Мы засекли Аду Вонг, движется вниз по каналу. Отряд Чарли, Дельта и так далее. Отлично, отсюда мы сможем сбить вертолет. Хорош, три выстрела и готов. От бедра это просто бомба. Воу. А, надо еще бежать. Найдите Адуван. С третьей попытки пробежал это дерьмо, блин, на плаву. Как же там неудобно бегать, ё-моё. Такой драйвовый экшен. Бомба! Аллилуйя. Готово. Теперь Ада, точно. А теперь очередь Тады. Я думал, там он что-то другое хотел сказать. Так, пацаны. Да, я вас понимаю. Не хочется падать в воду. Нате, блин. Гранату тоже, кстати. Не, граната не от плеча. Не от бедра кидается. Имеется в виду, повышенного урона нет. Так, все, ломимся просто вперед, сука. Что-то мне не нравится это все. В плане того, что там сейчас здоровяк, что ли, будет. А, нет. Думаешь, здесь разрабатывается К-вирус? Засады сейчас будет. Опа. Эйда! Совсем крыша едет у парня. Ты не сможешь вечно убегать. Отряд Альфа штаба, прием! Преследуем Аду Вонг! Ты не уйдешь, Ада. Вы это слышите? Паскуды, вы какого хрена сразу не могли этот, блин, нормально говорить? Ну, точнее, я сразу с переводом. Что не так с этим переводом? Я уже тут собрался до конца переводить. А мне такие... Парень, расслабься, все под контролем, все, мы говорим, можешь расслабиться, сука, блин. Так, давай опять лучи. Вперед. Да, вперед лифт, бла-бла-бла. Я смогу через лазеры проскочить, наверное. Это, наверное, потому что вот это появились. Рада, что вы зашли. Как вам интерьер? Надеюсь, вам здесь понравится. Змейся, пока можешь, Ада. Ведь тебе... Там, блин, я хотел ударить. Там
мы не сломали. Мы опоздали. Вот черт. Ну, в прошлый раз мы тоже опоздали. Это потому, что я дважды упал. Пойдем по лестнице. Ракурс, конечно, вот этот вот. Первого Resident Evil. Чертовщина. Будь начеку. Кто знает, что задумала эта сука. Мы заперты. Как его? Активируй замки, начиная. Как с той стороны у. Это, наверное, озвучка врубилась, потому что мы как раз начали. Да. Ну, появилась вторая группа. Мы здесь занимаемся увлекательной работой. И хотите повеселиться? У меня прицела нет. Ее жалкие фокусы нас не остановят. А, типа он должен? Не подпускай, капитан. Я открою замок. Да чтоб тебя. Прорыв защитного периметра в комнате 0. Прорыв защитного периметра в комнате 0. Прорыв защитного периметра в комнате 1. Прорыв защитного периметра в комнате 0. Прорыв защитного периметра в комнате 1. Прорыв защитного периметра в комнате 0. Отключаю замки в комнате 0. Отлично, вы прорвались, хотя не должны были. Идем, нельзя терять времени. Кто-то не хочет, чтобы мы поймали Аду. Видимо, она не одна. Так, заберем все. Ничего не оставим. Ничего не оставим вторым. А нам вниз, походу. Леону с этой Ханиген. Хелен ничего не оставим. Сдавайся, Ада, все вперед, кончено. Вперед. О, такой большой и страшный, меня застрели. Вот это она тут заговорила. О, ты черт, а ну стой. Было весело. Так, ладно. Надо было стрелять ей в попу. За ней! Да бегу я, бегу. Есть! Вот это ракурс. Ада! Нам сюда быстрее. Твоя подруга тебя еще не дотрогала. Она всегда была такой. Пирс, шевелись с попой. Роджер! Ага, он еще в 20 метрах. Блин, боец, больше кашу ешь. Вот она, зажимай! Зажимай. Сейчас. Зажимай в угол, пирс, давай. Все, Ада, отработаешь все, что ты заплатил, не заплатил. Точнее, все, что мы тебе там заплатили, отработаешь все.
Ну? Леон. Там пять они, блин, по... Что ты здесь делаешь? Убери оружие, Крис. Это главная свидетельница, она нам нужна. Свидетельница? Да она всех нас устроила. Это была не она, Симмонс, советник по национальной безопасности. Да мне насрать, она убила всех людей. А Симмонс поубивал 70 тысяч. Она работает на Neo Umbrella. Знаешь, что это значит? Да, знаю. И ты все равно защищаешь эту женщину? Да. Блин, Леон, а как же Клэр? Ну, это хотел сказать Крис. О, да. А стрелять из такого расстояния, уверен, две пули прям с этого отрикошетят и улетят. Капитан! Это моя флешка. Она своровала флешку. Не с места! Проклятие! Хелена! Она убьет его, он убьет ее. Кристой! У нас с тобой одна и та же цель. Хорошо. АББ позаботится о Бадди. А твоя задача, Симмонс. Крис. Я знаю, что ты поступишь правильно. Да. Она направляется в порт. Залезай. Так, надеюсь... Эй, Пирс, что ты там рассказывал, что я бегу по прошлому, от прошлого, верно? Капитан? Ты сможешь ее догнать? Никогда не... Не поздно. Никуда она не денется, он сказал. Хорош, вот, теперь начинается форсаж. Форсунка начинается. А можно перерыв? Нет, нет, все, ребята, у меня перерыв. Не знаю ничего. Говорит Пирс Невинс. Надо вон направляться на юг, к военному порту. Объявляется общая тревога. Так, все, спасибо за просмотр и до следующих встреч. Какой буст я вливаю. Пирс тупо еще ускорение врубил. Никакого форсажа. Я все, я уже выдохся. Все, спасибо за просмотр и до следующих встреч. Пока-пока. Пока-пока.